мне папа задонатил мани из магазина. Итак. Неважно. Со мной сегодня Анарель, то есть моя мама. Ты даже не хочешь приветствоваться, да? Всем пиз. Надеюсь, те, кто не смотрит наш этот ролик, не знают английского. Знают только русский. Хотя лучше понять по-английскому, поскольку это напоминает кое-что. Давай, выносим ящики. Быстренько, пока тут никого нету. Так, Нита. Я не очень умею играть за Нана. Меня убили. Почему Нана я его называю, вы узнаете в конце этого выпуска. Ролика. Давай, Булан. Не достаю. Ой, там, давай, последний выстрел. Я не достаю. Молодец. Ой, у Ниты 7 банок. А у меня 8, так что. Так, мам, не забывай то, что ролик. Ой, Бул убежал. Ой. Да ой, ничего, ой, мам, ему конец. На тебе от пчелки. Вообще-то я его убил. Ну хорошо. Как вы понимаете, Нани очень крутой бравлер. Я здесь не попалась, прошлая игра была «Нашествие Нани». Да, прошлая игра, вы знаете, сколько там было Нани? Нани. Погнали. Просто, почему все такие донатеры? Я даже не такой. Хотя на самом деле я очень большой донатер. О, вот Нани. А вон, она не такого уровня, как я. А чё? Она меньше. По идее, типа, выпал он. Он выпал ему. У меня несколько... На 80 хп. Больше, точнее. Да мама! Я не понимаю, ты не можешь Нани замочить, у которого 0 хп, мам. 0 хп у него. Ты не могла просто обойти и убить его. Причем удивительно, но мне за 5-е место дают 0. Круче всего, ребят. Лучшие. Просто новые лучшие бравлер. Пам. Бам-то никто не взял. А чё он атаковать не умеет розой? Ты дурман. Всё, иди все банки. Первый раз вижу то, что мама так играет. Круто. Так, сейчас они заходят. Смотри, что я делаю. Накапливаю себе... Вот таким способом. Кое-что. Блин, мои все банки собрал Эль Примас. Давай там мочи Эль Примас. Я не заметил. Я пролетел мимо, мам. За один удар, ребят. Всем пока и всем удачи.